Давайте. Хочу выразить свое глубокое презрение к мужчинам. Особь номер два. Не на сайте знакомств, это просто среди нас. Мальчику 40 лет, он живет с мамой. Так. Он работает, да. У него есть место работы. Это как раз сын матери РСП. Мне очень больно об этом говорить, потому что это был мой лучший друг, и я планировала с ним отношения. Но я поняла точно, что это невозможно. А-а-а. Невозможно с таким мужчиной строить отношения. Ну или, по крайней мере, мне лично. Заметку возьму меня. Я в 20 лет приехала в Москву и стала жить самостоятельно. Полностью взяла ответственность. В 20 лет в Москву, все ясно. В собственную жизнь живу сама. Я готовлю сама себе еду, я сама себе стираю. Я полностью финансы свои считаю сама. Мало того, что я убираюсь сама. Мою полы. Ремонт делаю даже сама. Мужчины, которые живут с мамами, что происходит? Они ходят на работу, едят мамину еду, отдают иногда, может быть, за квартиру деньги. Но они моют ли полы? Моют ли они унитаз? Моют ли они кухню? Моют ли они ванну? Готовят ли они сами себе еду? Они, в принципе, о своей собственной хате что-нибудь знают? Они живут только при маме. А ему 40 лет. Что случится с этим человеком, когда мама уйдет из этого мира? Я даже не знаю. Он полы не мыть не может. Хату мыть не может. А ему 40 лет. Он уже привык жить так. Он даже убираться сам за собой не может. Он максимально как кроссовки себе помыть может. И обувь купить себе новую. И все. А я самостоятельно личность, я сама себе уже все сделала. И у старше меня на... Ой, самостоятельная личность. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Представляете, да, вот встречаются два человека, допустим, вот, на ток-шоу на каком-нибудь там мужчина, который 40 лет живет с мамой, да, вот, и вот эта вот чаечка самостоятельно, да, типа, а чего ты в жизни добился? Как бы, да ничего, с мамой живу, как бы, да, вот, полы мыть не умею, она мне кушать готовит, на работу хожу, маме помогаю, там, да, деньгами. А ты чего добилась? Я полы с унитаза мыть умею. И вот так вот подбородок сразу, аж до этого, я не знаю, там до самой высокой точки мира подняла, типа, да ёпта, ну самостоятельно, полы с унитаза может быть, ёбаный свет, я извиняюсь за свой французский, да, и все ей почести и хвала. Она с этого ток-шоу просто вышла звездой, она умеет мыть унитаз. Вы представляете, то есть она выражает глубокое презрение мужчинам, которые живут 40 лет с мамой, при том, при всем, что она умеет только мыть унитаз в этой жизни. Ебать его в рот достижения, а, я извиняюсь. Ну, слушай, ну это ж круто. Слушай, ну ты в богатых домах будешь нарасхват просто как уборщица. Ну молодец. Я, говорит, глубокое презрение хочу выразить. Слушай, оставь его себе, а.